Катя, на сегодня полноценный первый день нашего тут пребывания. Мы проснулись после длительного перелета, переезда. Тима сам первый попросился выйти на детскую площадку. Здесь можно бесстрашно отпустить ребенка самого на всей территории. Она закрытая, огражденная, поэтому легко. Тимоша пошел уже сам играться. Все игрушки тут уже были. Игрушки, посмотрите, какие качественные. Не поломанные, большие. И вон есть велосипеды, мячики, скакалки, каталки. Как хорошо, что мы сюда ничего не везли дополнительно. Вот подошла Сонечка. Ей тоже интересно. И мне хорошо. Тенек, зелено, чистый песочек, никаких собак. Вот там за забором, за вторым забором уже река. Река Одра. Река Одра и 5-километровая есть дистанция для бега. Специально оборудованная дорожка. Все спокойно, хорошо, никакой суеты. Детки, наверное, либо в школе, либо на море, либо у бабчи. А мы тут пока адаптируемся. Сейчас пойдем в Бедронку или в Симпли за гречкой.